О, ребята, посмотрите, появился новый зомби в шкуре тигра. Вон он идет последний. Ха-ха. Вот это да, зомби в шкуре тигра. Таких приколов я не видел еще, парни. Так, 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 так. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юр, ребятки, и сегодня мы будем играть в Растения против Зомби 2, ребятки, драка зимой, битва зимой, ребятки, продолжается доисторическая эпоха, ребятки, замерзлых зомби древних идет вперед. Так, ребяточки, ну что ж, давайте, собственно, продолжим с вами, видели там какая пещера мамонтов, так, ну что ж, ребята, давайте... Ух, какой уровень у нас. Довольно-таки серьезный. Давайте поставим сюда это. Что это за капуста, которая смывает эти? Смотрите. А, она замораживает зомби, ребят. Капуста, которая замораживает зомбиков. Вы когда-нибудь, ребяточки, такое видели, а? Вы только посмотрите, а? Вот это прикольно. Так, мне только одно не устраивает. То, что, ребята, они, все вот эти нехорошие зомби... Все вот эти нехорошие зомби идут против меня. Так, вот это сюда. Так, ребята, а зомби довольно-таки много. Что мне делать-то? В этом уровне, ребятки, будет две волны зомби. Я не знаю, ребятки, куда мне податься, потому что довольно-таки серьезно все это. Так. Пока, ребяточки, все идет по плану. Не знаю, как дальше, но пока идет все так, как нужно. Так, меня единственное не нравится, ребятки, не успокаивает до сих пор то, что я... Так, тут правильно заморозим их немножко. То, что я, ребятки, до сих пор не могу пройти этот уровень. Довольно-таки серьезный уровень. Так, все, ребятки, зомби я поздувал назад, на самый край. Так, ну что ж, я вижу, идут два зомби, ребятки, которые нам надо подвинуть назад. Так, отличненько, ребятки, зомби подвигаются, и мы продолжаем нашу замечательную игрушку дальше. Так, ну что ж, кого еще подвинуть-то? Давайте подвинем вот этих зомбиков, наверное, и приступим, ребятки. Так, где же горохострел? Мне нужен горохострел для того, чтобы... Давайте сюда поставим ежика. Мне нужен горохострел, чтобы отбиваться, ребят. Это никуда не годится. Ох, давайте с пулемета вот так вот покажем, как надо жить по-настоящему. Так, все, вот этих отъезжаем. Так, отличненько. Ну что, ребятки, вроде бы пока все идет хорошо, пока нету, как говорится... Первой волны. Как только, ребятки, первая волна сейчас будет наступать на нас, мы, ребятки, нашу оборону можем потерять и проиграть. Да-да-да. Ребятки, не вы не ослышались. Потому что нужно очень быть бдительным и очень внимательным. Так, ребятки, ну что ж, нас предупреждают о том, что приближается первая волна зомби, которая идет уже, ребятки, и надо быть более бдительным, дорогие друзья. Так, вон уже флаг с мозгами, ребятки, несут. Так что надо быть более бдительным. Так, ну что ж, давайте... Давайте пулемет пустим в них, что ли. Так, ну что, вроде бы отличненько все идет пока что. Так, этих зомби мы подвинем на задний план. Ну что ж, пока все хорошо, ребятки, пока все замечательно. Зомби убиваются, и приближается вторая волна. Ну, вторая волна будет через пару минуток, а мы пока что с вами давайте займемся, так сказать, передвижением, что ли, этих нехороших, злых зомбиков. Так. Этих мы тоже двигаем, ребятки, назад. Так, уровень довольно-таки и несложный. Я думал, ребят, что здесь будет довольно-таки сложно мне. Но я так посмотрел, что нормально. Пойдет, пойдет, пойдет и так. Потому что я думал, что будет намного сложнее, ребят, если честно. Так, дорогие друзья, не забываем подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Будет много интересного, будем играть в новые крутые игры. Так что, ребяточки, подписывайтесь. Подписывайтесь, дорогие друзья, ставьте колокольчик, чтобы у вас было побольше, да побольше, как говорится. Так, ну что, все отличненько пока идет. Так, давай ветродуя ставим сюда. Капуста ветродуй, так. Так, 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 зомбики идут. Ага, ребятки, скоро будет вторая волна. Будьте бдительными и внимательными. Скоро будет вторая волна. Так, хорошо, будем заниматься. Так, а листочка здесь нету, чтобы пулеметик включить, ребятки, а? Вот это заодно я забыл спросить. Так, быстро мне нужен ветродуй. Где ветродуй, ребята? Идут уже зомби подходят, вы видели? Уже подходят зомби. Так, все, я, ребятки, получил пулемет. Собственно, мы сейчас с вами его и включим. Отличненько, дорогие друзья.
Все пока что вроде бы отлично. Но мне нужен Ветродуй опять срочно, потому что я проиграю. Так, Ветродуй, где же ты? Так, ставим Ветродуй сюда, все, отдуваем зомбиков подальше от нас. И, ребятки, проходим дальше нашу замечательную игрушку. Так, опять берем Ветродуй, ребятки. Так, давайте сюда, наверное. Так, ребятки, ну что ж, меня предупреждают о том, что приближается вторая волна зомби. Она единственная и она последняя. Сейчас посмотрим, с чем это будет связано. Какая она будет и что в себе будет нести, ребята. Так, давайте током. У нас есть возможность убить током этих зомби. Так, отличненько, током мы их убили, ребятки. И теперь берем, ставим другие. Так, молнией, то есть, а не током. Так, давайте назад. Давайте берем листочек, ребятки. Так, сюда поставим, чтобы их отодвинуть. Так, пулемет, наверное, мы выберем, ребятки, здесь. Давайте. Пускай стреляет. Так, отличненько. Сюда, ребятки, пускай относит. Так, берем Ветродуй. Ставим сюда его. Все замечательно. Так, берем монеточку. Отлично. Так, берем сюда Ветродуй, ставим. Ну что, ребятки, вроде бы все отлично, все по плану. Сейчас уничтожим всех зомби, которые остались у нас по периметру. И таким образом пройдем этот уровень, ребят. Я так думаю. Так, ну что ж. Все круто, все круто, ребятки. Отличненько, дорогие друзья. Просто классно. Все идет у нас по плану, Так, что это такое? Так, давайте сюда, поехали. Так, отличненько, круто. Так, ветродуйчика мне, конечно же, не хватает, ребятки. Таким образом, я могу сейчас проиграть еще. Да нет, я думаю, я не должен проиграть. Эу. А ну, ветродуем отнесет его. Все, отличненько, ребят. Круто. Колючки колят его, так что... Все, дорогие друзья, я выиграл и прошел этот уровень без каких-либо проблем, ребята. Это просто замечательно, не правда ли? Так, берем мешочек с деньгами. И круто, все круто, ребятки. Так, продолжаем дальше нашу замечательную игрушку. Так, и выбираем, конечно же, наш сад. Пойдем посмотрим, что у нас в саду растет-то, ребят. Так, ну что ж, давайте собирать, ребятки, дань. Собирать денежку. Мы получили... О, обновляем, ребятки, наших этих. Это просто круто. О, горохострел даже обновляем, да? Так, сюда садим новые растения. И, собственно, поливаем их, ребятки. Так, ну что ж, дорогие друзья, отличненько. Давайте перейдем тогда на нашу карту сражений. И продолжим наш, ребятки, знаменитый бой. Так, ну что ж, ребятки, мы с вами дошли уже до... 4 уровня, и скоро будет вон какая-то пещера, ребятки. Зомби натянул на тебя шкуру тигра, натянул на себя. Посмотрим, что там будет прикольного в этом уровне. Так, ну что ж, ребятки, сражение продолжается. Так, берем этого. И берем, наверное... Нет. А, он все равно бесплатный, да? Так, капустострел нам нужен? Да, берем капустострел, я так думаю. Да, пойдет. Все, ребятки, погнали! Так, ребяточки, отличненько. Давайте выстраиваем сначала подсолнухи строим. Они должны нам вырабатывать солнышки. Обязательно выстраиваем подсолнухи, ребятки, по периметру, как мы с вами и учились раньше. Чем больше подсолнухов мы будем садить, тем лучше для нас, потому что для нас мы можем купить больше оружия. Так, ребята, ну что ж, зомби пришли, меня предупреждают. Так, отличненько. Так, отличненько, ребятки. Так, у нас улучшился этот горохострел, и мы теперь очень с вами крутые, видите? Он сразу, ребятки, начинает стрелять вот такими крутыми штуками. Так, сюда ставим такую штуку, сюда заморозку поставим. Так, сюда забираем вот это, сюда забираем вот это. Так, отличненько все пока что, ребяточки. Так, ну что, ждем горохострела. Так, за 50 ждем горохострела. Так, все, горохострел ставим сюда. Отличненько, все круто. Так, продолжаем нашу замечательную игру, ребятки. Так, давайте 50, еще одну поставим и посмотрим, что из этого будет. Так, все, ребятки, ставим еще сюда подсолнух. Все остальное, ребятки, будем заряжаться другими немножко вещами. Так, сюда мы можем поставить бомбу. О, ребята, посмотрите, появился новый зомби в шкуре тигра. Вон он идет, последний. Ха-ха. Вот это да, зомби в шкуре тигра. Таких приколов я не видел еще, парни.
Так. Ага, ребята, а тут, оказывается, идет зомби, а я его не заметил, вы представляете? Ну ничего, буду знать, мы сейчас его уничтожим, ребятки. Так, ребятки, здесь в этом уровне также будет две волны зомбиков. Это просто, я считаю, круто-круто будет все. Так. Бомбу мы с вами давайте поставим сюда, наверное, чтобы какой-то зомбик подорвался-то на ней. Так, сюда мы поставим горохострел еще один. Так, сюда мы ставим заморозку. Там вон с флагом уже зомби шли. Так, сюда мы поставим новые зомбиков тоже. Ой, новых зомбиков, новую эту. Так, капустострел мы тоже, ребятки, ставим. Он нам пригодится. Так, ставим, ребята, орехи, чтобы зомби не прошли. Так, и таким образом нам еще осталось, ребятки, поставить горохострел, пару горохострелов. Я думаю, будет нормально. Я так думаю. Так, сюда замораживаем, ребятки. Сюда на всякий случай давайте поставим бомбу. Так, сюда ставим горохострел. Это сюда сейчас переедут, и там горохострел уже стоит. А, понял. Давайте горохострел, значит, поставим сюда. Так, ребятки, ну что, все идет своим ходом, все идет просто отличненько. Пока что. В принципе, пока что никаких проблем я не наблюдаю. Так что круто-круто, все круто. Так, ребята, у меня, оказывается, есть. Посмотрите, что. Сейчас будет большая волна, и у меня как раз есть два листочка еще пулеметов, которые используют, ребятки, пулемет. Это просто замечательно, не правда ли? Так, ну что, посмотрите на этих зомбиков, которые стреляют в меня такими штуками. О, третий листик, ура! Так, ребятки, сейчас будет последняя волна зомби, я так думаю. Вторая и последняя. Сейчас посмотрим, из чего сможем ли мы это сделать. Так, ребятки, током. О, мы током можем бить. Давай, бей током этих нехороших зомби. Отлично, одного зомби током прибили. Так, ребятки, последняя волна зомби у нас начинается. И мы с вами начинаем новый, так сказать, путь, дорогие друзья. Поехали! Так, меньше слов, больше дела, ребята. Так, этого сюда пулеметчика. Этого сюда пулеметчика. Так, отличненько, дорогие друзья. Все просто супер, все просто супер. Все просто классно. Так, тихо-тихо, идет зомби. Ага, я его нашел, вот он идет. Сюда мы поставим еще вот такого. Отличненько. Так, ну что ж, осталось два зомбика, ребятки, добить, три. И мы с вами, я так думаю, выиграем этот непростой. Ага, он заморозил эту, ребята, и может дойти таким образом ко мне. А мы сейчас там поставим орех. И таким образом он туда уже к нам не попадет. Так, ну все, дорогие друзья, там сейчас зомбик убьется, и мы пройдем этот уровень без каких-либо проблем. Так. Отличненько, дорогие друзья. Посмотрите, какой зомбик у нас выпал прикольный. И давайте, собственно, с вами посмотрим, что у нас есть тут. Так, отличненько, ребятки. Ох, ребятки, тут денежка. О, ребята, новый лук какой-то. А что он делает-то? Уровень второй. Какой-то лук, ребята. Ой, новый уровень, еще чего-то. Но это пока еще у нас все закрыто, ребятки. Нам еще... ребятки, надо открыть это все, прежде чем использовать. Так что давайте, собственно, посмотрим сначала, что мы можем делать, ребятки, а потом все остальное. Так, нажимаем дальше, ребятки, и здесь нам новый какой-то уровень предлагают. Ага, 3, 2, 1, пошел. Так, а что это за тыква такая, ребятки? Я такую тыкву не знаю, вон брокколи надо разморозить нам. А, ребята, тыква, оказывается, стреляет этими штуками. Я думал, тыква будет... Я понял, все. Тыкву съели. Это, конечно же, не там я поставил, ребятки, эту. Ну, ничего. Я думаю, он сейчас съедет туда. Да, он сейчас туда съедет. Отлично. Так, ну давай разморозка едет, что ли? Я не знаю. А что разморозка не едет-то, ребятки? Нужна разморозка. Срочно нужна разморозка, ребята. Как ни крути, разморозка нужна. Так, ребятки, зомбики идут. Давайте быстрее что-то делать будем. О, бобры грызут, ребятки, мою... о, бобры наконец-то разгрызли, ребятки, мою облаву. И это просто, ребятки, отлично, я так считаю. Так, что у нас? Ток, ребята. Убиваем током зомби этих нехороших. Все, ребятки, убили. Так, брокколи, ребятки, ставим сюда, пускай валит их.
Брокколи-боксер у нас отличный чувак. Так, ребятки, забираем два листочка, которые послужат нам пулеметом. Крутым очень сильно. Так, отличненько. Ой-ой-ой-ой, ребята, вы только посмотрите, что я наделал. Что я наделал? Я немножко неправильно сделал. Ну ничего. Теперь нужно оборонять нам последнюю линию фронта, потому что она практически, ребята, не защищена. Так, здесь мне ничего нельзя купить, нет. Так. Здесь ставим капусточку, ребята. Так, все, здесь ставим такую штучку. Так, зомбики, ребятки, идут по всем фронтам. Нам надо использовать вот так. Вот так вот. Пускай голову брокколи отбивает всем. Отличненько, дорогие друзья. Пока идет все хорошо. Пока идет все по плану. Самое главное, чтобы зомби не прошли, ребятки, на нашу, так сказать, границу. Потому что как только, ребятки, они зайдут на нашу границу, я сразу же проиграю. Это, ребят, нам не нужно. Так, ну что, давайте используем один этот штук. Посмотрим, на что он способен, кого он сможет раздавить. Так, ну что ж, в принципе, неплохо, довольно-таки неплохо. Так, сюда брокколи. Сюда это отлично. Сюда, ребятки, тыкву горячую. Так, сюда вот эту капусточку. Так, сюда опять брокколи ставим. Так, ребята, вот какой-то шторм показывает мне. Ой, штормом принесло, ребята, посмотрите. Вы только посмотрите, кого принесло штормом, ребят. А у меня даже нету. У меня даже нету линии обороны, ребят. Вы представляете, вот какая линия обороны может быть вообще? Если у меня ее просто-напросто, ребятки, нет. Ох, отлично, ребята, я взорвал всех зомби, которые подходили к линии обороны. Практически всех, ребята, не успел. Конечно, я последнего зомби. Последний он проехал. Но ничего, ребята, ничего, мы с вами сейчас всех этих зомби перемочим. Я так думаю, и проблем у нас с вами с этим уже не должно быть. Так, отличненько, дорогие друзья. Ага, зомби еще идут. Давайте пока вот так вот. Ага, вот так вот, вот так вот. Так, три зомбика, ребятки, остались, которые надо уничтожить. Три зомбика остались, которые надо уничтожить. И нам надо, ребятки, постараться. Так, осталось два зомбика. Да, все, ребятки, мы справились с заданием. Я-то думал, будет тяжелее. Остался один зомби. Все, ребятки, мы выиграли. Круто. Все круто, дорогие друзья. Это просто классно. Ну что ж, ребятки, мы победили и забираем, собственно, с вами мешочек с деньгами. А здесь у нас, в этом мешочке с деньгами, что получается? Давайте посмотрим. Так, а мешочки с деньгами, ребятки, у нас круто. Так, мы возвращаемся, ребятки, в наш сад, чтобы посмотреть, что у нас здесь, ребяточки, садится, так сказать. Так. Давайте посмотрим. Сюда мы можем посадить одно это. Так, ну здесь еще надо время, ребятки, чтобы мои плантации выросли. Так что, ребятки, давайте возвращаться на главную, ребятки, страницу уровней и посмотрим, сколько нам еще здесь осталось. Так, ребятки, а петлять нам еще с вами совсем оказывается недолго. Мы с вами уже, ребят, перешли на 6-й уровень. Вы представляете? Уже 6-й уровень. Так что, не, уровней будет довольно-таки много, ребятки. Уровней будет зимой, посмотрите, сколько. Аж 29 уровней, ребята. Надо будет нам с вами пройти еще. Мы прошли с вами только 6. Но ничего, дорогие друзья, потихонечку мы проходим эту игрушку. И что я вам хочу сказать, дорогие друзья, что этот эпизод на канале Вечное Детство подходит к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юр. Ребятки, если ты еще не подписался на мой канал, обязательно подпишись, обязательно поставь пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Пока-пока.